За 50 лет ни один заключенный не сбежал из Нового Фолсона. А мы за один день освободили всех. Даже не верится, что у нас получилось. Вы молодцы. Теперь мы с фантомами закончим дело. Убьем Менгска. И сожжем Доминион дотла. Избавление от Менгска – только первый шаг. С него начнется новое, светлое будущее. Неужели ты не понимаешь? Мы освободили всех инакомыслящих, выступавших против Менгска. В этом наша истинная победа. Ты и правда такой наивный. Завтра будет новый Менгск, а за ним придет следующий. Твоя прекрасная мечта о светлом будущем – просто иллюзия. Если все так безнадежно, почему ты здесь, Тош? За что ты борешься? У нас одна цель, брат. Я не успокоюсь, пока Менгск жив. Месть нам ни к чему. Наша революция ради свободы. Это твое будущее, Мэтт. Но оно не для таких, как мы. Всем снова приветушки, с вами, как всегда, я, Дезертирк. Я очень рискую, доверяя тебе и твоим людям, Тош. Надеюсь, снова ошибалась насчет вас. Ха, не слушай ее. Процедура перевоплощения в фантома отражается на каждом по-своему. Но все мы при этом остаемся людьми. Мы стали призраками по своей воле. Ни она, ни ты, ни Менгск не навязывали нам это решение. Потому что единственная настоящая свобода, которая есть у каждого, это свобода выбора. Но могу ли я доверять фантомам? Могу ли доверять тебе? Не бойся. Мы будем с тобой до конца. Мои братья и сестры обязаны тебе всем. Это хорошо, скажу вам, друзья. Думаю, тебе интересно будет узнать, Тош и его фантомы присоединились к нам и нашей маленькой революции. Ты явно питаешь слабость к неуравновешенным псионикам, Джимми. А я думаю, зря мы дали волю этим чокнутым. Старина Менгск не просто так их под замком держал. Для Менгска они были оружием, не более того. Любое живое существо имеет право на свободу. Любое. Ну что ж, будем надеяться. Срочное сообщение. Как нам стало известно... Что такое? Сейчас... Кейт? Но... Я... После дерзкого налета на тюрьму Новый Фолсом на свободе оказались опаснейшие государственные преступники. Служба безопасности Доминиона приведена в полную готовность, поскольку многие из беглецов ранее принимали участие в проекте «Лезвие тьмы», который, как нам удалось узнать, был частью программы Доминиона по обучению призраков. Также нападавшие освободили группу политических диссидентов. Кейт, вам известно, кто это сделал? Замешаны ли в этом рейдеры Рейнера? Судя по уликам, это были именно они, Донни. Итак, сегодня Джим Рейнер сделал вселенную еще опаснее для мирных жителей. С вами в студии UNN на Кархале был Донни Вермиллион. Не для мирных жителей, а для плохих ребят, Донни. Я бы на твоем месте уже начал волноваться. Ну да, Донни ведь у нас плохиш. Ладно.
Джим, я попыталась проверить утверждение Новы о том, что фантомы рано или поздно становятся убийцами-психопатами. И что выяснилось? По правде говоря, нет никаких подтверждений того, что фантомы более склонны к психическим отклонениям, чем обычные люди. Внезапное повышение псионной чувствительности может вызвать психические расстройства, но фантомы вовсе не такие монстры, какими их нам представляли. Нова обманывала нас. Хреново, Нова! Очень хреново. Ничего новенького нет, не? Ня-н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 я. Короче, нету. Арсенал? Этот типчик Тош передал мне чертежи оружия и брони фантомов. Ты уверен, что мы можем доверять этому парню? Я слышал, он промывает своим новобранцам мозги или что-то вроде того. Фантомов набирают из добровольцев, вот в чем дело. Тош лично следит за каждым, чтобы они не съехали с катушек, получив доступ к особым способностям. Никакой промывки мозгов. Хорошо, если так. Не хотелось бы, чтобы однажды эти бесноватые вышли из-под контроля. Хватит и одного Тоша. Это да. Фантом. Немножко почитаю о них, если не против. Итак, фантом. Побочным эффектом процесса обучения фантомов является эксцентричность. Многие фантомы носят с собой тотемы или иные безделушки для усиления своих способностей. Ходят слухи, что Доминион использует фантомов в некоторых военных операциях, несмотря на то, что этот проект якобы закрыли. Фантомы. Скажите, вы видели хоть одного фантома? Нет? Это потому, что их не существует. Ха-ха-ха. Шутканули. Отрывок беседы между Габриэлем Тошем, по слухам, первым в истории фантомом, и Сиброш из Умаджанской службы новостей. Через неделю мисс Рош пропала, с тех пор ее никто не видел. Итак, посмотрим, что же у нас здесь есть. Опять будет шумно, поэтому держите свои ушки на макушке. Так, Доминион, фантомы, псионный хлыст, маскировочный модуль. Не требует затрат энергии, это интересно. Ох ты! Прям разорвали бедняжку. Ладно, давайте посмотрим. Я думаю, что вот эта штука может нам понадобиться на самом деле. В пехоте мы больше ничего не будем делать. В базе мы... Блин, надо было мулов сделать, твою мать. Ладно, в следующий раз сделаем мулов. А пока касаемо техники, гляфы могут стрелять одновременно воздушные и наземные. Это я уже увеличил. Ну, на самом деле, штука нужная, потому что если делать гляфов, а их я, наверное, где-то буду делать, ну, мы посмотрим. Мы еще не будем пока зацикливаться, но на эту тему еще подумаем. Снаряд вихрит, ну пока тоже подумаем. Ладно, пошли на мостик. Я уже не знаю, чего на самом деле добиваюсь. Кручусь на месте, пытаясь поймать себя за хвост. Командир, мы были с вами с самого начала. Ваше чувство справедливости – вот что не дает нам свернуть с выбранного пути. Я уже давно потерял веру в справедливость. Всю свою жизнь я сражался. Я убивал. Я посылал отличных ребят на смерть. Ради чего? Сейчас у меня единственная цель в жизни – отомстить Менгску. А когда рассеется дым, надеюсь, такие парни, как ты, построят лучший мир. Обязательно. Главное то, что вы подарили нам надежду, сэр. И пока она есть, я не сдамся. Обещаю. Ну что ж, хорошая цель для хорошего человека. Но мы будем поступать, видимо, очень плохо. Коли мы шагнули на тропу... На тропу не очень хороших людей, то в миссии Гавань мы выполним нечто печальное. Мои люди основали на Гавани колонию. До недавних пор все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одной из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе, а может, на них напали протосы. Джим, я боюсь, что случилось что-то ужасное.
гавань уже близко, но сигналов от... Сэр, на орбите флот протосов. Они блокируют сообщение с колонией и, похоже, приводят орудия в боевую готовность. Джим, остановите их. Мэтт, соедини нас с протосами. Посмотрим, как они настроены. Энтара Тасадар, Джеймс Рейнар. Я вершитель Силендис. Нам хорошо известно о твоей храбрости и заслугах перед Айуром. Энтара Тасадар, Силендис. Послушайте, при всем уважении я должен попросить вас отозвать флот. Люди на гавани не представляют для вас угрозы. Наши наблюдатели обнаружили, что колонисты заражены спорами зерков. Их необходимо уничтожить. Если ты желаешь сделать это сам, мы отзовем флот. Джим, некоторые из моих людей заражены. Но вы же не дадите протосам уничтожить всех. Если вы сможете выиграть время, я найду лекарство от заражения. Единственное средство от вируса зергов – это полное уничтожение инфицированных существ. И ты знаешь, что это так, Джеймс Рейна. Я вылечу их, Джим. Поверьте мне. Если же ты намерен помешать нам, то будь готов к славной битве. Выбор за тобой, Джеймс Рейнар. Мы ждем твоего ответа. Ну вот, нас опять ставят перед выбором. Собственно, нам не хватает очков протоса, очков же зергов у нас до хрена, поэтому тут вопрос, ну как бы понятно, куда мы пойдем, да? Вот, но суть не в этом, на самом деле, все очень просто. Давайте прочитаем. Итак, защитить колонию. Это принять участие в конфликте с протосами в сторону тиранских беженцев. Это разозлит протосов, но даст колонии шанс начать новую жизнь. Доктор Хэнсон продолжит поиски вакцины от заражения, что приведет к научному прорыву в изучении зергов вне зависимости от результата. Объединившись же со старыми союзниками-протосами против тиранских беженцев, доктор Хэнсон сочтет это предательством, зато колония будет очищена от врагов, от очагов заражения. Протосы согласились поделиться своими знаниями в обмен на нашу помощь. Итак, мы будем уничтожать колонию по сюжету. Собственно, мы пройдемся по вот этой миссии. И Хэнсон, прости, но сегодня не твой день. Поэтому пока. Ариэль, мне очень жаль. Но вершитель права. Поверьте, они не прилетели бы сюда, если бы не были уверены в своих данных. Силендис, отзывайте свой флот. Это внутренняя проблема тиранов. Я разберусь с ней лично. Что? Нет, это несправедливо. Я не думала, что вы на такое способны, Джим. Ариэль, лекарства от вируса не существует. Иначе вы бы уже давно нашли его. Единственное, что мы можем сделать, положить этому конец раз и навсегда. Это неприемлемо. Мы можем спасти моих людей всех до единого. Я почти закончила исследование. Честь тебе, Джеймс Рейнар. Ты всегда был верным другом протосов. Тебе придется тяжело, но сегодня ты спасешь многие жизни. Мы не раз рисковали жизнью ради этих ребят. Но сейчас мы можем сделать только одно. Спасти всех, кого можно, и убить остальных. Это трудное и страшное решение. Но если мы не зачистим зараженные поселения, то вся планета достанется зергам. Что ж, лучшее лечение – это прижигание. Правда, площадь великовата. Нам не хватит людей, чтобы всюду успеть. Свон уже позаботился об этом. Правда, Свон? Так точно. Пришлось задействовать кое-какие связи, чтобы раздобыть чертежи для этих игрушек. За тобой должок, ковбой. Не забывай, эти молодцы могут воевать и на земле, и в воздухе. Нужно только режим переключить. Викинги станут нашим козырем. Но похоже, что зараженные колонисты уже начали мутировать. А эти здания распространяют вирус. Пора за работу. Обнаружен очаг заражения.
Сэр, это верофаг. Он заражает здания и колонистов. Нужно уничтожить всех верофагов. Чем их больше, тем быстрее будет распространяться инфекция. Сэр, вижу группу крупных летающих зергов. Судя по полученным ранее описаниям, они похожи на хозяев стаи. Очень опасны для наземных отрядов. Тогда ударим по ним с воздуха. Где там викинги? Да викинги-то вот они. А как же? Всем внимание. Выходите с корабля только в скафандрах. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из нас подцепил вирус. Эй, брат, морпехи тоже могут заразиться. На тебя приказ тоже распространяется. О, забыл. Ты же не можешь выбраться из своей скорлупки. ЖСМ готов. Так, ну думаю, вот так нормально будет, если что, еще подстроим вот так. И вот так. И да, я немножко изменил, я решил все-таки купить командный центр, потому что лоханулся в этой миссии, понял, что... Завершена. Прям сильно таки лоханулся. Готов к трансформации. Никто не вечен. ЭСМ готов. Недостаточно. Я не продержусь в одиночку. А? ЖСМ готов. Недостаточно минералов. Угу. База атакована. Я уже заждался. ЖСМ готов. Хорошо. Даешь разбой. Приказ получен. Так. ЖСМ готов. Готов к трансформации. ЖСМ готов. Это по мне. Пристройка завершена. Отлично. Требуются дополнительные хранилища. Я не продержусь. ЖСМ готов. Пути. База атакована. Агрессивно. Мне нравится. Что стряслось? Даешь разбой. Как скажешь. В этом поселении больше не обнаружено биосигналов зергов. Чистая работа, сэр. Даешь разбой. Война на пороге. Хорошо. Доктора вызывали? Летим. Все хорошо. Кому навешать? Вооружен и опасен. Пам-пам-пам. Доктора вызывали? Задавим их интеллектом. Даешь разбой. Кто на новенького? Недостаточно минералов. ЖСМ готов. Так, я думаю, нужно еще одну лапу построить. Есть. ЖСМ готов. Да. Доктора вызывали? Сейчас уже скоро будет пополнение на еще одного мула. Зерги направляются к южному поселению. Непременно. Даешь разбой. Даешь разбой. Готов к трансформации. Приказы будут. База атакована. Давай, удиви меня.
Война на пороге. Ну сейчас буквально вот они дособерут мне вот последних двух ребят, и я думаю попробуем пройтись. Выкладывай. Даешь разбой. Вперед, к победе. Смело. Надеюсь, что успею. Это по мне. Хорошо. Ладно. Так. Непременно. Хорошо. Ладно. Принято. А мы уже думали, что все пропало. Спасибо вам огромное. Сэр, Стэтман говорит, что доктор Хэнсон заперлась в лаборатории. Одна. Она в отчаянии. Боюсь представить себе, что у нее на уме. Так, нам нужны медицинские эти. Главная база. Еще одна, еще одна. Ну, короче, вот эти две главные базы, они прям жесткие. Готов к трансформации. Прочь с дороги! Нам теперь потребуется войска именно. Завершено. А? Чего пугаешь? Понял. Кто на новенького? Что происходит? Здесь нельзя строить. Так, ну ладно. Пока нормально все в целом. Мне нравится, устраивает. Сейчас будем быстренько добивать минеральчик себе. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Будет, конечно, немножко жестко, но надеюсь, что все наши ребята будут живы и здоровы. База атакована. Вооружен и опасен. Кому навешать? Воспользуйся. Бой или домой? Ну, просто попробуем, я не знаю, мало ли вдруг у меня получится. Великие открытия. Видеосвязь установлена. Давай, удиви меня! Это по мне! Недостаточно Виспена. Сэр, еще одно поселение находится под угрозой заражения. Кто на новенького? Эй! Это какое? Ага, вот это вот. Война на пороге. Ну, сейчас слетаем туда. А как сейчас же? Меня еще медика привезут. Вооружен. Для моих птичек. Завершено. Готов к трансформации. Я создан для битвы. В принципе, почему бы не слетать? Приказ получен. Кому навешать? Смело. Непременно. Вперед, к победе! Даешь разбой. Ладно. Это по мне. Непременно. Видеосвязь установлена. Месторождение минералов выработано. А мы уже думали, что все пропало. Спасибо вам огромное. Принято. Ладно. Даешь разбой. Ха-ха. Война на пороге. Пусть пока народ здесь собирается. Здесь мы возьмем вот так, сделаем тоже. Я уже заждался.
Может, даже кабанчиков наших послать. Угу. Еду. Кому навешать? Эй! Так, хорошо. Меня все устраивает. Что на новенького? Пристройка завершена. Что стряслось? Что на новенького? Так, надо будет что-то делать сейчас. Я даже не знаю, чего бы придумать. Кому навешать? Скорее в атаку. Ха-ха! Пристройка завершена. Хорошо. Принято. Ну вот они гады-то, а. Недостаточно минералов. Ну ладно. Недостаточно, так недостаточно. Вооружен и опасен. Недостаточно минералов. Только-то всего недостаточно. Да что ж так плохо-то? Зерги атаковали еще одно поселение. Угу. Кому навешать? Доктора вызывали? Ладно. Смело. Кто на новенького? Хорошо. Никто не вечен. Месторождение минералов выработано. Так. Они будут потихоньку атаковывать. Так вот. Впереди великие открытия. А наша задача? Вперед, к победе! Чтобы это все оказалось не атаковано никем. Это по мне. А как же? Хорошо. Ладно. Без вашей помощи мы бы погибли. Шикарно. Готов к трансформации. Летаем обратно. Впереди великие открытия. Приказывайте. Улучшение завершено. Я думаю, как раз за моими ребятами направить. Будет все нормально. Улучшение завершено. Доктора вызывали? Доктора вызывали? Так. Надо вот эту, наверное, вынести сначала. Или вот эту. Ну, короче, какое-то одно вынести. И потом уже... Дополнительное хранилище. Дальше разбираться. Высылайте подмогу! Еду! Месторождение минералов выработано. Конечно. Давай, удиви меня. Все шикарно, ладно. Наши просто ребята ноги. Здесь справятся. Давайте попробуем вынести хоть одну из них. Так точно, сэр. Вооружен и опасен. Кому навешать? Давай, удиви меня! Приступаю! Жду не дождусь! Здравствуйте! Штаб, я вас слушаю. Так. Превосходно! Понятно! Умри! Thank you.
Месторождение минералов выработано. Сэр, зараженные колонисты добрались до поселения на севере. Месторождение минералов выработано. Связь установлена. Месторождение минералов выработано. Непременно. Задали вас интеллектом. Я думаю, здесь я сам закончу. Еще бы. Точняк. Кажется, здесь чисто. Так держать. Мы можем остановить эпидемию. Еще бы. Я создан для... Месторождение минералов выработано. Надо подождать наших ребят. Без них мы не очень хорошо работаем. Смело. Приказ получен. Никто не вечен. Я уже заждался. Я не продержусь в одиночку. Скорее в атаку. Это по мне. База атакована. А мы уже думали, что все пропало. Непременно. Спасибо вам огромное. Это по мне. Хорошо. Приказы будут? Так точно, так. Сэр. Так точно. Выполняю. Превосходно. Так точно. Хорошо. Окей. Так. Мне все устраивает, все хорошо, все круто, прямо я бы даже сказал. Вас понял. Здесь взяли и вынесли. Просто. Ну что за люди? Бедненько. Месторождение минералов выработано. Давно бы так! Вас понял! Приказ получен! Давай, удиви меня! Отлично! Пристройка завершен. Почему бы и не? Точняк! Не смей трогать моего медика, сволочь. Приказ получен! Так. Отлично, парни. Поселение зачищено. Все понятно. Недостаточно минералов. Сэр, еще одно поселение находится под угрозой заражения. Высылайте подмогу! Приказы будут? Кто на новенького? Еще бы! Никто на новенького! Я знал, что Рейнер нас спасет! Yes, sir! Здравствуйте, командир! В принципе, я думаю, вот здесь можно встретиться с нашими ребятами и, наверное, отсюда уже нападать на этих, которые там. Готов к трансформации. Садимся все. Видеосвязь установлена. Пошли. Будет. Это...
Под ним большим фронтом наступаем на все. Командир. Отлично. Так точно, сэр. Операция закончена, сэр. Новых биосигналов зергов не обнаружено. Но у нас в лаборатории возникла проблема. Ей! Так, защитите 5 поселений от заражений зергами в задании Штормгавани на уровне сложности ветеран. Защитите 3 поселения от заражений зергами на уровне сложности боец. Ну, короче, мы красавцы. Мы защитили 5, убили верофагов. И очки исследования процесса ваш целых 3 получили. Короче, мы красавцы. Вот. Что ж, увидимся в следующей серии, друзья мои. Я с вами был, как всегда, Дезертир. Всем пока.